Кристюш, куда ты собрался? Кристюша, вернись домой. Все, охотник. Доброе утро. Ну что, у нас сегодня похолодало. Так, это я не... Это мне надо помыть. Дуся. Я уже сделала себе салатик. Я сегодня целый день дома. Одна. Боже, какое счастье. Как я люблю жить одна, слушайте. Я люблю жить одна, я должна признаться вам, но все-таки свободная жизнь мне нравится больше. Так, смотрите, целая гора салатика. Что у меня будет еще? У меня еще со вчерашнего дня есть чебуреки, которые мы делали. Тут два чебурека и такая вот лепешка. Остатки теста. Так что я, наверное, это тоже доем. Так, это оберег от Дуси. Потому что на столе ничего нельзя оставлять. Ну-ка, выйди отсюда. Выйди, Дуся, выйди. Выйди. Давай, 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 давай. Вот на подоконнике сиди спокойненько. А туда не надо ходить. Соседушка наш. Смотрите, сейчас я вам его поближе покажу. Сейчас, сейчас, как тут пристроится-то, ёшкин-матрёшкин. О. Смотрите. Соседушка. Так. Дождик ночью был. Сейчас вот уже, конечно, все подсохло, но ночью такой прям ливеняк шел. Но с одной стороны, это хорошо, потому что промочил все. Дуськин. Сонная Дуська. Дуська сонная, я сонная. Так. Все, я сейчас буду завтракать. Вам хорошего дня, отличного настроения. Цветушки. И цветушки. Буду сегодня дома работать, заниматься домашними делами. В общем, короче, чудесный день. Там, Кристюш, доставку не тебе привезли, нет? Нет, не тебе? Нет, ты моя радость. Это Озон у нас ездит. В принципе, бесплатно доставляют. Но у них там на некоторые товары бывают такие завышенные цены, что капец просто. Даже в Фейсбуке как-то кто-то писал, делал фотографии, сколько товар стоит в магазине, сколько стоит на Озоне. Ну, у них там сейчас, по-моему, есть такой сервис, что можно написать комментарий, что цена завышена, и они ее пересмотрят. Такие пирожки с котятами. Что, у нас опять пошел дождик? Дусенька. Я. Мы все на месте. Весь кошкин дом на месте. Слушайте, блин, когда идет дождик, хочется спать. Может, просто из-за эти последние 2 дня у меня прям такие как-то они бурные выдались. Но так, я сегодня что-то подрасслабилась, хочется сегодня спать. Не знаю. В общем, дождик идет, мне хочется спать. Надо работать. Ой, блин. Да, на фоне грязная посуда. Ну, я покушала, сейчас помою. Что уж там. Ну что, слушайте, что-то кто-то никто не хочет забирать заказ от онлайн-магазина. Слушайте, если он оплачен, я заберу. Ой, кстати, мне надо посмотреть, когда же моя маска из Джума придет. Маска на глаза. Маску на рот я не заказываю, принципиально не ношу эту херню. Ну, я имею в виду эти тряпичные, да, там всякие.
с цветочками, херочками. Принципиально не покупаю эту хрень. А вот маска на глаза, я ее заказала, по-моему, недели 3 назад. Надо сейчас посмотреть, когда она вообще доедет. Те, кто плохо засыпают, говорят, что отличный вариант это одевать маску. Потому что, ну, когда, типа, глаза закрыты, глазам темнее. Не знаю, короче, как это объяснить. В общем, получается, что начинают вырабатываться гормоны сна, ты засыпаешь быстрее. Кстати, да, у меня есть одна маска, которую в каком-то самолете мне давали. Но она не очень хорошо держится, не очень комфортная. Поэтому я заказала новую. Явно вот жду, когда же она уже придет. Я про нее, честно говоря, уже подзабыла, надо сейчас посмотреть. Она такая красивенькая, хорошенькая. Ну, в общем, приедет, покажу. Так, все, пока я болтала. Онлайн-магазин Озон уезжает от нас. Доставил и уехал. Вот так. Так что даже в нашем глубоком около Подмосковье... Хотя нет, что это глубокое? Че я так говорю? Ничего не глубокое. На самом деле есть гораздо глубже. Там, не знаю, тот же Павловский посад, там, не знаю, Воскресенск, Коломна, они гораздо глубже. У меня всего-то тут сколько? 25-30 километров от Москвы. Глядишь, через 10 лет тут метро будет ходить. Ну а что, все может быть? Все может быть. Так, все, ладно. Я пошла дальше работать. Будет что-то интересное. Еще раз, еще вам покажу. Ну что, должна вам с прискорбием сообщить, что Дуся воровка. Воровка, которая стащила пакетик с хлебом и немножечко его пыталась распотрошить. Все-таки хлеб и булочки – это наша любовь. Получила люлей, но лежит и, по-моему, ни о чем не жалеет. Кристюша, а ты чего нервничаешь? Тебя гулять не пускают? Ты сегодня 2 раза гулял. Слушайте, там на улице прям парит. Перед дождем, как перед дождем. Прям париловка. Знаете, я должна вам еще сегодня признаться. Я не люблю незваных гостей. Но когда гости незваные неожиданно приходят с таким прекрасным сюрпризом, например, с фисташковым мороженым, я могу им простить многое. Так. Да будет все открыто. И не я сама. О, смотрите, какая красота. Какая красота! И пусть весь мир подождет. Слушайте, обожаю фисташковое мороженое и мятное мороженое, но их редко где можно у нас найти. Ну что, всем хорошего вечера, отличного настроения, и пусть ваш вечер будет приятным. Пока-пока.